пустил сюда весь этот сброд. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like Game и добро пожаловать на прохождение Dishonored 2. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Ну что, погнали, ребят? Так, что мы тут? Ага, ага. Вот она, стена. Придется поговорить с Богом. Мы прошли эту стену с вами. Пожалуй, воздержусь от званых обедов, хотя бы на них. Опа-ля. Тихо-тихо. На ужин будет тушеная говядина с кровью. Жрать. Так, так, так. Так, подожди, дайте мне сердце достать. У нас здесь внизу есть. Но я вот сюда иду, да? А тут у нас нет, да? Я могу посмотреть. Пойти. И есть. Главное побольше сохраняться, в принципе, и все. И мы, в принципе, с вами ошибок не будем совершать. Глупых необдуманных. Вот, чтобы я бы не совершал ошибки. А такое еще где? Уж он умеет найти общий язык с начальством. Подходи. Есть одна история. Ей уже полтора десятка лет. Смотрители рассказывают ее друг другу. Далее доверенный нам пан. Вдали от тех, кого мы караем и чувак, защищаем, чувак. Ради кого мы живем и жертвуем своей жизнью. Чувак, это рэпчик. Иногда историю эту передают высшие служители, а порой путники, сидя у костра в самых дальних странствах. Угу. Я же его тут положу, его не обнаружат, да, ребят? Человеку, занявшим высший пост в Абаде и изгнанным навеки во времена крысиной чумы. Его имя запрещено произносить, а письменные упоминания о нем вымараны без остатка. Толь тяжкими были его грехи. Я вот думаю, не стоит ли изготавливать свои шарманки в каждом регионе? Например, здесь, в городе. Ведь их делают в нескольких местах, а потом рассылают. Это опасно. А потом будет хуже, если знания и материалы разойдутся по всем островам. Для шарманки нужны очень нередкие металлы, а работать над ними могут лишь самые твердые в мире смотрители. Что это тут? Ага. Иначе может. Книжки все читаем. Книжки все читаем. Если что, кому интересно, на паузу ставьте. Я уже свою позицию сказал. Очень много текста, чтобы читать. Много времени. Будем. Занимать? Может, прав. Но мне подумать страшно, чего добьются культисты, если добудут такую шарманку и обратят ее к своим целям. Это да. Такие мощные инструменты и защищать надо как следует. Собирать их в тайне и отправлять только туда, где идет борьба со сверхъестественным. Тихо, тихо, чувак. У меня вопрос. Тот чувак увидит, как я вот эту глушу или нет? А ты чё тут стоишь? Ага. Вот давайте сейчас экспериментировать, ребят. Он тут песни поет, а он молится. Помолимся за родителей честного сектора жителей. Помолимся за родителей. Какой молодец, Рить. Так, давайте я, наверное, все свечи потушу и сюда буду приносить не труп, а как это правильно сказать, тела ихние. Чтобы их никто не обнаружил. Просто аккуратненько положим. Так, что у нас тут можно почитать?
Рыбка, ага. Так, стойте. Так, помни, 7 запретов, особенно. Рассеянный ум, лживый язык, распутный плоть. Ага, это что у нас получается? Песника, есть следующая запись. Так, понятно. Понятно. Так, ага. Сейфик стоит. И нам нужно как-то его отвлечь, да? Так, слушай, а как он поднимет? Налево или направо? Я вот не знаю, если честно. Давайте мы сюда отойдем. Воцарится хаос, равного которому не было со времен Великого Горения. Как лишь тогда Карнака получит шанс на спасение. А чё я сейчас не мог его? А, всё, мог. Замечательно. Так, давайте теперь его сходим, скинем в нашу... Так, что это такое? Смотреть. Рюк из молитвы. Это мы читали. Ух ты, смотрите, тут у нас чертеж есть. Закалка. Это мы тоже прочли. Угу. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Рассеянный ум, 7-й запрет, лживый язык, 2-й. И распутывающая плоть, 6-й. 7, 2, 6. Подойдет? 7, 2. Гениально просто, ребят. Замечательно. Новые руны, и у нас 2, да, очка умений, да, но нам 3 нужно. Замечательно. Так, подойдите, и тут у нас картинка Лендиан, еще. Наместник Верховного Смотрителя. Замечательно. Кстати, обои неровно тут поклеили. Так, подойдите, давайте наверх, наверное, да? Для начала с вами поднимемся. Рядом есть руна. Ну, это внизу, я понял. Так, поднимемся по лестнице. Я не очень понимаю, в чем дело, но этот труп еретика очень важен. Давайте подождем наместника. Когда будет бир? Сейчас он занят. Сказал, что пришлет кого-нибудь. Может, смотрителя Кендану. А мы пока побудем здесь. А? Да где же ты? Ты труп! А он что, заметил меня, что ли? Подожди. Посмотрим, что там у тебя. Он заметил меня? Эх ты! Я чую, что пришлет кого-нибудь. Ничего страшного. А мы пока побудем здесь. Я просто, видите, тороплюсь. Быстренько хочу его чпокнуть. Но надо было, на самом деле, дождаться. А вот если сюда кто-то придет, значит, он задумал дурное. В Карнаке совпадений не бывает. Эх, чувак. И ты там будешь так стоять, да? А, нет, смотрите, пошел куда... Опачки. А куда ты пошел? Ага. Это мне нравится, кстати, что ты сюда пошел. Стекла нет. Добрыми деяниями зажжем мы яркий огонь. Дабы все прочие. А я и говорю, зажечь щурок в моей дыре. Так. И вот теперь вот этот чувак. А и слушай, а почему он меня спалил? Я не знаю, но я спиной к нему был.
Эти, а вот сейчас не спалил. Ну ладно. Кстати, можно было даже его не глушить, можно было ключ у него взять. И все. Так. Это Минди Бланшар. Кстати, можно было стекло тут, но тут шумно, да, для стекла разбивать. Я не пытали его. А, нечеткий силуэт. Ну-ка, ну-ка, что это за нечеткий силуэт означает? А, враги чаще промахиваются в дальнем бою. Враги у вас лучше видно. Не-не-не, это видите? Он имеет как положительный, так и отрицательный. Не-не, я его не буду одевать. Нафиг мне нужно такие. Так, замечательно, еще. Вот он наш товарищ. Но перед тем, как я его сейчас возьму, я дайте посмотрю, что у нас еще тут находится. О, банан. Книжка. Есть что-нибудь еще? Еще одна книжка. Ёшкин кот, сколько тут у нас. Так, ну я пролистал, если что, книжку. Чтобы она у нас просто, если мы читаем одну книжку, она у нас как бы потом остается в истории того, что мы прочитали с вами. Так, у меня тут чувак, блин, какой день уже подряд под окнами ездит на мопеде и очень шумно. Я, если что, иногда стараюсь ставить на паузу. Вы не слышали этого всего бардака, который у меня тут под окнами. Так, минусы. Вот он. Жить труп на низких для этажах. Так, труп на Минди, да, говоришь? Так, тут высоко дайте, наверное, на всякий случай сохранюсь, чтобы не упасть. А упасть-то я на раз-два смогу. Уху-ху. Замечательно, тут у нас еще зубной мастер. Давай уже, шевелись, побыстрее. Иду, иду, мать. О, он у тебя. Положи его в яму. Молодец, держи. Не буду спрашивать, зачем он тебе. Так как попасть в Адермин? Я отправила паренька обесточить рельсы. Пока тока нет, можешь по ним ходить, куда вздумается. Угу. На той стороне есть станция. Оттуда доедешь в Адермир. Ну, хоть так. Спасибо за помощь. Странная женщина, кстати. Напишите, ребят, кто знает, почему она, какие цели у нее преследовала Мэнди. Так, и для каких целей? Тут, правда, еще трупы есть. Печки, где можно сжечь. Я не знаю, правда, хотя тут не сжигать, наверное. Просто топить углем. Эти тут раз могила, два могила. Еще третья могила уже. Ладно, выходим отсюда. Замечательно. Так, на картаны всегда садимся. Картаны нам. О, на лодочку могу. Картаны нам позволяют с вами. Так, стой, стой, стой. Ладно, где у нас наш арбалет? Арбалет, арбалет. И у нас с вами еще тут третья руна, которая, кстати, мне нужна.
который нам позволит видеть сквозь стены и вещи, и защитные механизмы. Вот она. Это просто отлично. Замечательно. Так, что мы следующее с вами? Что следующее с вами мы возьмем? Что у нас тут? Легкая тень, домино, гипноз, притяжение и двойники. Ага. Хорошо. Так, сохранимся мы. Так, так, стой, стой. А ты можешь? Не можешь, да? Он не достает. И все, побрякушка, вся. А глаз было не оторвать. За что мне такие искушения? Замечательно. Так, и давайте попробуем. Осмотрим. Где она будет показывать? После того раза? А, ну вот, он, видите, начал показывать вещи. И при том всякие записки. Нет нужды скрывать лицо. Надо поговорить с магистром. Добро пожаловать в мой магазин. Я смогу украсть, если она не будет видеть меня. Идите на мой товар. Хотя вот это видит меня. Думаю, может пикник устроить на лужайке за домом. О, замечательная мысль. Она, кстати, не подняла. Нам непременно нужно покататься на лодке. Так, подожди, лодки. Я там еще парочку амулетов поставил, за которыми нужно вернуться обязательно. Нет, цены мне надо с ними, значит, в обратном уже положении, да? Кстати, если пользоваться вот этой магией не сразу, то магия у нас частично, видите, возвращается. Ну, даже не частично, а полностью возвращается. Если сразу два раза я буду использовать, то она без... Так, я тут не буду рисковать, не буду прыгать. Чтобы я вряд ли допрыгну. Надо ждать просто так, я не вижу. Да, есть сюда, есть. Есть сюда, да? Все, что между ними! Угу. Кошмар, они его тут душили. Так, а у нас выходит ли окна здесь на ту сторону? Я не вижу. Так, мы это уже брали, да? Слушай, а внизу никто не сидит у нас случайно? Нет, ну внизу никого нет. Так, слушай, это одна и та же, да? Да, одна и та же у нас. Так, вот видите, вот они светятся. Так, только надо сохраниться. То тут он за стеклом. Опасно. Это опасно. Так, это куда у нас ведет? Угу. Так, ребят, у нас тут небольшая дилемма, потому что... Что я сейчас собираюсь взять у них медальон прямо из-под носа. Это очень опасно. Откуда нет возврата? И меня могут заметить. Месяца жатвы, ко мне пришла девочка. Нужно попытаться просто. Она взглянула на меня снизу вверх и спросила, где на островах можно отыскать алтари чужого. Она притворялась. Все, взяли мы. Так, горящий коктейль, да, у нас тут амулет. Горящий коктейль. Взрыв бутылки поражает больше. Блин, да плохие, Лин, очень плохие нам попадаются. Под этой маской я углядел коварство. Во мне проснулось подозрение, и я допрашивал ее. Очень плохие нам попадаются амулеты. Тут, кстати, амулеты рандомно выпадают.
Вы можете играть один раз, проходить уровень, и вам попадется такой амулет на одном месте. И также играть еще раз, пройти этот же уровень, и вам попадется амулет уже с другими характеристиками. Интересно, да? То есть сделан такой рандомный. Подручные чужого, подлые чернокнижники, что согбенно бродят в темноте, и чьи лица мы... Останавливайся. Катану. Пошли прочь. И, ага, и еще у нас тут амулет. А, работа какая-то, да? Работа, работа, злосчастная работа. В родительских играх тогда не срабатывает. Вот. Ну, блин. Совершенно мне не нужно, если честно. Амулеты попадаются. Так, где у нас? Тут у нас три штуки лежат, да? Руна. Так, давайте пометим ее. Так, на картаны, а то они меня слышат, мои. Так, ты давай, чувак, разберись. А то слышат мои передвижения они. Так, стой, стой, стой. Так, надо попробовать с этого. Куда тут? А тут спускаться нужно, все, понял. Пару высоко. Че это, че это, че это, че это, че это? Ты чё, мать, не можешь спуститься? Как мне спуститься бы тут без урона? Есть такой варик? Такого нет, варик. Кстати, я в воду могу спрыгнуть. Подожди, а почему бы нет? При... Так, давай, надо сохраниться. А, я там просто не заберусь. Я просто не заберусь, поняли? Там не заберут, да, я уже хотел в воду прыгнуть, знаете, потом этот... Хотя нет, садить можно. Так, давай попытаемся. Чё, мать, орёшь, да чё, мать, орёшь. А где тут цепочка? А F-ку надо нажать, да? Тихо-тихо. Мышку только повернул. Тише, мать. Друзья, мы тут не залезем, походу нам нужен будет. Я чую смрад бедный. В этом месте есть что-то нехорошее. Задерживайтесь. Мы ищем следы ереси. Что? Здесь? Слушайте, мне просто нужно... Именем аббатства район закрыт. Входить сюда запрещено. Так, там, перенеси его, чтобы не заметили. Я его не вижу. Вы видите его? Вы тоже не видите, да? Тихо-тихо-тихо. Подожди. Блин, он так стоит, конечно. Кто-то что-то видел. Теперь все на нервах. Мне сердце этого не выдержит. Эх, мать. Не выдержит без сердца. Так, тут можно их оглушил. Давайте на кроватку я их скину. Пускай они тут
вдвоем балдеет парочка такая. Картинку мы возьмем. Карнака была прелестным городом, пока герцог не начал ее убивать. Пока убийца не залил ее стены кровью. А теперь здесь ты. И мне любопытно, столкнешь ли ты город в пропасть? Или оттащишь его от края? Мы с тобой видели смерть городов. Крысы, кровь, предательство. Все повторяется. Ну что, не боишься? Да чё мне бояться? Ты скажи. Ты скажи. Так, новая руна. Отлично. И где-то у нас... наименизую, да, амулет? Так, смотрим. Будильники. Чтобы ничего не пропустить. Это мы забираем. Так, подожди. Ага, ничего нету. Уже ничего нету. Ловушка, кстати, смотрите. Фрукты, овощи. Убирать кому? Нет. Ну, конечно. Как всегда. Так, подожди, а где он амулет находится, не пойму. А, он прям под ногами находится. Так, быстрый следопыт. Что это значит у нас за быстрый следопыт? Быстрый следопыт. С убранным оружием вы движетесь намного быстрее. Но такой себе тоже, кстати. Вообще ни один нормальный не нашел я. Так, стойте. Один, смотрите, остался. Где он? Не вижу. Ага. Метку поставлю. Так, все, валим отсюда мы. Отсюда с вами валим. Спокойно как-то. Меня как-то трупная оса укусила. Рука раздулась ужасно. Так ты чё, мать, говоришь такие страсти? На ночь глядя. Так, блин, я не допрыгну, да? Так, а вы кто? Уж, а вы те персонажи, которые меня можете зачпокать, да? А, ну, в принципе, тут балкон есть. Зачпокать. Быть не может. Да ладно, мать, чё ты, я Спайдермен. Так, куда? Ага. Чё это даёт нам? Труба куда? Жалкая крыса. Я же сказал, что будет, если на меня донесёшь. Я предупреждал. Не надо! У меня не было выбора! Не надо? Раньше надо было думать, Рапола! Знаешь, что сейчас будет? Нет! Вот так мы избавляемся от крыс. Так, если будут спрашивать, он сам побежал. Да, Викентик, мы не успели остановить. Кого-то только что убили. Как говорится, а мы тут ни при чем. Эй, ветряк нормально крутится? Все в порядке? Эти ветряк можно было, да, и отключить, но смысла от этого нет. Зачем вообще нужно чилить, если все бездельничают? Получше будет, чем чилить. Ветер-то никогда не закончится. Дождусь конца дежурства, пойду домой и буду... Так, стой, подожди, я еще раз хотел проверить. Точно нету? Не, я больше не вижу. Снова гвардейцы. К ним лучше не подходить. Ну это понятно. Выйди, Марта, за меня. Долго. Так, а куда я могу тут? Замечательно. Так. Песни поют Хакуна Матата, да? Я думала... А я говорил... Ты что не залазишь? Повозку не пропустим.
а Дармир закрыт для посетителей. Теперь питания нет. Попробуем еще раз. Нам надо к доктору Гепатии. К ней теперь не пускают. Даже тех, кому очень нужен. Простор и комитета шахтерских семей. Они нам не откажут. На нас надеются сотни шахтеров. Столько деток кашляют от пыли. Лейтенант, не обижайтесь. Новое. Станция Дармир. Аккуратненько. Так, подожди. Как правильно, нам сюда или сюда? Зараза! Что это было? Вы прикиньте, вот, вот чисто случайно я в стекло ударил. Такой, знаете, я небольшой фейл. Интересно. Зафейлил. Так, ну-ка дайте мне, что у нас тут? Господи, испугался цветка, испугался. Слушай, подожди, а у нас мы не можем, да, с вами? Кук стоит тришку, а у нас с вами ноль. А не четыре стоит. Блин, нам одну руны не хватает, представляете? Чтобы сюда залезть. Так, подожди. Ключ. Интересно, где этот ключ находится? У нас ничего не нового, светится, как будто, блин, что-то есть. Так, тут тоже ничего нет у нас. Замечательно. Так, замечательно. Ключ от комнаты. Опа, подожди, ключ от комнаты взяли. А давайте сразу тогда поднимемся. Он прям тут лежал. Я, кстати, думал, какой-то винокрас, что ли, лежит там. И честно подумал. А это даже ключ, кстати, не заметил. Фига себе. Похоже, это квартира алхимика. Александрии Гепатии. Картину мы забираем, конфискуем. Так, ну тут разбивать, да, нам придется. Мистер Беспалевность, ну, что ж поделать, жизнь такая, не мы такие. Герцог казнил столько народу, что трупные осы расплодились неимоверно. Я провожу все меньше времени дома, но того требует работа в Адермире. После фатальных ошибок с моей первой сывороткой, я как никогда полна решимости помочь шахтерам. Передать невозможно, как герцог и его дружки издеваются над рабочими. Пока он не образумится, я буду делать все возможное ради облегчения жизни их и их семей. Я одержима этой работой и ее последствиями для всех обездоленных Карнаки. Изучение оригинальных чумных эликсиров навело меня на некоторые любопытные мысли. Я найду Гепатию и выясню, что ей известно о королевском убийце. Поняли? Гепатия какого-то, все для лято-поля. Так, и у нас тут ничего, да, нет полезного для нас. Ага, ну, кстати, есть что-то есть. Иногда лучше, кстати, сквозь стенку вот так смотреть. Что, видите, так-то непонятно. Зрение такое еще не самое лучшее выбрали они. Некомфортно еще иногда смотреть. Так, ну и давайте руну, наверное, сейчас мы возьмем с вами, и на этом мы остановимся. Сейфик, здравствуй. Так, чувак. А ты можешь как-нибудь уйти из кассы? Это его звук, да?
Тут, кстати, написано этот. Типа, попробовать, или тут где-то написано. Попробуй, да, видите, открыть меня. Сколько заплатить, тут не говорится. Если ты сможешь открыть этот сейф, ну, остальное сам переводить. Если исправить все это, страна снова будет процветать. Так, 2-2. Выбирайте, что вам нравится. 288, да? 228, хотел сказать. Так, уберем. А, ну вот тут. Так, пистолет есть. Стремительный подъем. Так, стремительный подъем. Это что у нас? Стремительный подъем. Восстановление после падения немного быстрее. Ну, такое себе. Я возьму, конечно, но он такое себе. Радости не приносит. Давайте, ребята, ритуальчик узнайте. Лайк, подписка и комментарий с меня в видосик. Не болейте, ничего хотите. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующих сериях на канале Love Cube Game. Да, точнее, уже завтра. Всем пока, ребята. Дайте я, наверное, заберусь. Помню, откуда я просто закончу. Чтобы вы понимали, где мы завтра. Всем пока.